Итак, всем привет, с вами я, Супер. Сегодня будет небольшое разоблачение, Афоня ТВ. Как вы знаете, он снимает, типа, такое, красавица держалась до последнего, типа, автомобили, и выбирает различные роли, там, протеиновый качок, борец, вот, или катакбас, но на самом деле, он... Все это подкупное. Последнее видео, как вы с не знаете, сейчас я поищу эти видео от пранки. Я вам говорю, где-то до вот, ну, буквально 5-10 видео, наверное, были настоящие, то есть и это именно пранки, которые красавица держалась до последнего. А все остальное просто уже подкупное, потому что Афоня ТВ как набрал популярность, как набрал уже зарабатывать по 1000, по 2000 долларов, ему уже смысла нету делать качественный, годный контент, и он будет получать, конечно же, море дизлайков. Я вот не знаю, сейчас посмотрю, сколько набирают вот эти видео, что я вот только вот это видео смотрел. Ну, как вы видите, очень много дизлайков. То есть сам Хованский говорил, что, в принципе, Афоня ТВ это все подкупное, наеб, и это на самом деле так и есть. И смысла на него подписываться уже нету. Я не знаю, что эти ютуберы мои, которые я их смотрю, что они подписаны, логика ихняя. Вот, короче, этот момент ровно на 14 минуте уже показывает. Это в любом, в принципе, если внимательно смотреть, там некоторые комментарии вниз уходят, либо удалять сам Афоня. Так, где это? Ясно, все. Удаляет эти комментарии, чтобы люди не замечали. Так, полное разоблачение этого видео. Я не знаю, другие видео, но в других видео тоже пишут, когда добавляют. Но Афоня их успевает заблокировать просто навсегда. Вот, не знаю, почему он блокирует, а просто не удаляет. Вот, я, конечно, хейтеров блокирую, зачем их удалять, просто устанешь. Они будут писать под каждым роликом. Лучше их раз заблокировать один раз, и чтобы поняли. Вот. Ну, в принципе, это разумно, но когда разоблачение делают, пусть хотя бы стоят, а он просто их блокирует. Вот, отписка нахуй в топ. Ну, молодца. Вот. Он мог бы найти, да, нормальную актрису. Так, ну ладно, давайте 14 минуту откроем. Вот, сейчас не это. Отсюда начнем. Буквально где-то 50 секунд. Ты что там делаешь? Без звука. Все. Вот, посмотрите на ее глаза внимательнее. Она смотрит на камеру. Даже не актриса, которая не получила Оскар. Ладно, Афоня всегда такой, который какой-то образ принимает. Вот. Вот. Ну, кавказская вот эта пленница, наверное, была нормальной. То есть, вот именно вот эти до пятой части, наверное. Все остальное уже подкупное, как он уже начал, понимал, что будет зарабатывать на этом очень много. Вот. Я советую Афоне ТВ удалить канал, может быть, даже так. Ну, вряд ли он удалит, и он на этом зарабатывает деньги свои. Не работает, наверное. Это конечно, инфосотка. Такие дела. На этом я буду обращаться. Небольшое разоблачение хоть одного видео, но, наверное, даже это имя я скопирую в видео, да? Да. Все. Разоблачил. То есть по одному элементу кадра в глаза можете сейчас внимательнее даже посмотреть. Так-с. Вот. Вот такие дела. Даже сейчас скриншот сделаем. Так, экранчик поменьше. Раз, раз. Просто актриса, которая нету Оскара. Вот такие дела. Все, да. Смысла нету. Годный контент не делает Афоня ТВ. Одно и то же разнообразное не может придумать. Вот. Советую ему либо менять контент, либо убивать все свои машины, да. Уничтожать. Либо продавать. И перейти на что-то более годное. Хоть он сейчас тоже нормально, в принципе, набирает по миллиону, по 2, по 3 миллиона просмотров. Но все же.
Все, на этом я буду прощаться. С вами был Я Супер. Если вам нравится это видео, поставьте лайк. Больше обсуждать по канале фон этого не собираюсь, не стану, вот только одно видео. Вот. У меня все же маленький канал, вот он может просто не заметить это видео. Все, всем удачи, всем пока-пока.